Поздравляю. Павел, поздравляю с наступившим совершеннолетием настоящего мужчины, у которого уже пятеро детей, любящие жены, пускай кто-то из них и бывшая. И в целом, при следующей встрече я, конечно же, отдельно извинюсь за свое отсутствие на столь знаменательной дате. По уважительным причинам. Ну, причин уважительных я вообще не считаю, что они бывают. Ну, была причина, виноват в своей. Саш, ну мы уже виделись. Михалыч, давайте тему заводить будем. Так, Сергей, говори подробно. Так я что видел уже, Михалыч. А все. Значит, Михалыч, смотрите, короче, с вас 10 баксов и рубашка ваша. Ну все, все, все. Ну, лучше же предлагали. Я же, Павел, еще раз вспомню нашу любимую и нашу знаменитую песню, которая говорит о том, что мы все равно соприкасаемся с вечностью и с любовью. То, что рядом я не хочу. Хочу, что вечно далеко. Как же мне любовь обмануть, чтоб она казалась неземной. Ты меня за все пожалей, даже если хочешь поругай, только не бросай, не бросай, только не бросай. Раскрою я возьму, как огонь, ею все раскрашу, что вокруг. Но нежнее не найдешь. Ты меня за все пожалей, даже если хочешь, поругай, только не бросай, не бросай, только не бросай. Я прилежно все соберу, что из-за меня ты растерял. Опущу глаза, отведу, словно это было не со мной. Ты меня за все пожалеешь.